текущем году на территории города Каспийска проходит голосование за улучшение общественных пространств в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Начальник управления экономического развития и инвестиционной политики Амина Ибрагимова подробнее рассказала о проекте. В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на общественное голосование выведены 6 объектов, расположенных на территории города. Голосовать за ту или иную общественную территорию можно при помощи портала госуслуг, а также воспользоваться услугами волонтеров, которые у нас дежурят по городу, в таких местах, как парк на Халилова, супермаркет «Зеленое яблоко», а также площадь. В период всероссийского голосования выборы президента 2024 на избирательных участках волонтеры также предлагали горожанам выбрать объект, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве. Свыше 8 тысяч каспичан уже сделали свой выбор и проголосовали за объект, который будет преображен в 2025 году. Хотелось бы отметить, что данная программа реализуется у нас с 2019 года. Так, за прошлый год было реализовано 5 общественных и 4 дворовые территории. На этот раз на голосование представлены следующие территории: бульвар по улице Орджоникидзе 19Б, по улице Ленина 33Г, площадь у мечети имени Фатхуль Ислам по улице Эмирова 77В, сквер по улице Батманова 3В, сквер у стелы памяти пограничников, членов их семей и гражданских лиц, трагически погибших 16 ноября 1996 года, а также сквер по улице Назарова 1Б. Выбрать ту или иную общественную территорию также можно на портале 05город-среда.ру.